компактный электрогриль с простым управлением. Перед нами электрогриль StarWind модель SSG9316. Посмотрим, что он из себя представляет. Комплектация стандартная. Само устройство, инструкция и гарантийный талон на год. Рассмотрим электрогриль внимательнее. Размеры корпуса 27,5 на 27,5 на 10,5 см. Подойдет даже для маленькой кухни. Ручка крышки здесь не предусмотрена, поэтому открывать гриль будет не очень удобно. Сверху два световых индикатора, красный и зеленый. Первый отображает подключение к сети, второй – нагрев. Внутри две нагревательные панели с ребристой поверхностью. Обратите внимание, что они несъемные. Антипригарное покрытие позволяет готовить практически без масла. В нижней части гриля стоит съемный поддон, куда стекает лишний жир и сок. Благодаря прорезиненным ножкам прибор не скользит по столу. Панели управления здесь нет. Устройство автоматически регулирует температуру, включая и выключая нагрев. Мощность гриля 1300 Вт. Стейк средней прожарки можно приготовить за 8 минут. Гриль можно использовать в двух режимах. С приподнятой крышкой, чтобы подогреть готовые блюда, и с закрытой крышкой, чтобы обжарить продукты сразу с двух сторон. Панели лучше очищать салфеткой или влажной тканью без абразивных моющих средств. Поддон для жира мыть в теплой мыльной воде. Подведем итог. Электрогриль StarWind поможет приготовить дома сочные котлеты, стейки, рыбу и овощи. У него компактные размеры, минималистичный дизайн и простое управление.